Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня давайте сделаем вместе с вами очень простые мексиканские тако. Берем куриный окорочок и снимаем с него мясо. Теперь мясо вместе с кожей нарезаем на тонкие полоски. Мясо отправляем в разогретую сковороду. Добавляем соломкой нарезанный красный лук, болгарский перец и колечками нарезанный острый перец. Добавляем специи, зиру, копченую паприку и смесь чили перцев. И тщательно все жарим, буквально 3-4 минуты. Теперь делаем соус для тако. В стакан для блендера высыпаем целую банку кукурузы вместе с жидкостью от нее. Далее добавляем 2 столовые ложки майонеза и буквально 1 чайную ложку 9% уксуса. Теперь я беру погружной блендер StarWind, который очень удобен и может использоваться в приготовлении любых блюд, и делаю соус. Я сам регулирую, какой консистенции он у меня получится, потому что блендер StarWind позволяет сделать все, что угодно. Берем лепешку, желательно кукурузную. Если не найдете подходящего размера, можно просто обрезать кольцом. Первым слоем выкладываем смесь из курицы и овощей. Затем добавляем кукурузный соус. Дальше натертый сыр, желательно чеддер. Обязательно кинза и редис. Эта закуска очень популярна в Мексике. И вам она придется по вкусу, потому что я сделал ее доступной. Делайте, пробуйте, кайфуйте, получайте удовольствие. Приятного аппетита!